Всем привет, ребята! Сегодня у нас очень интересный, топовый, бомбезный новый ролик, потому что сегодня мы с вами заберем легенду сборной Аргентины, легенду Барселоны, Наполи, Диего Армандо Марадону с рейтингом 100 и события флешбеки, а вообще-то не одного, а сразу двух легенд сборной Аргентины и Барселоны. А второй у нас это Лионель Месси. Так что сегодня будет очень интересно, будет мега прокачка. Обязательно посмотрите ролик до самого конца и давайте сейчас начнем. Мы с вами сейчас в первую очередь сразу давайте заберем Диего Армандо Марадону с рейтингом 100. Цапника на бусте, второй нападающий. Я прошел все матчи, потратил очень много монеты для СБЧ, но ради Марадоны я был готов. Поэтому сейчас, потратив ровно 4000 очков флешбеки, мы с вами заберем легенду. Мы забираем Диего Армандо Марадону с рейтингом 100. Статы просто пушечные. Кто еще не забрал или не успел забрать в событии Лиги Чемпионов Зинедина Зидана, все равно вы заберете Марадону, почти статы почти как Зидана. А вот, кстати, Буффона тоже я мог сегодня забрать, но все решил все-таки в первую очередь забрать Марадону. А теперь давайте откроем баки в разделе галереи, потому что тут есть 750 усиления навыков, потому что сегодня мы можем прокачать буст второй нападающий, а также есть 100 очков флешбеки, то очки флешбеки тоже нужны мне сейчас. И давайте сейчас откроем. И сразу как раз нам выпадают очки флешбеки. Наш следующий пак. И кто в этот раз? И сразу игрок с рейтингом 90 Калинич. Или неправильно сказал. Напишите в комментарии, если неправильно сказал. Короче, сейчас мы с вами еще должны забрать усиление навыков. И давайте сейчас наш следующий пак. Ой, как раз усиление навыков. И да, сегодня мы с вами прокачаем усиление навыков второй нападающий. Наконец-то, потому что долго ждали мы этого дня. И давайте сразу прокачаем буст второй нападающий, потратив ровно 1 500 000 монет. И все-таки я сегодня покупаю нового нападающего. В прошлом ролике я сказал, что обратно буду покупать Ромелу Лукаку, но я тут подумал, хорошенько подумал. И я решил не покупать Лукаку, а покупать Лионеля Месси с рейтингом 100 и событий весенних каникул. Ой, кстати, давайте быстренько покупаем его за 11 400 000 монет, а то покупали бы за 12 900 000 монет и, ну, потратили бы еще 800 000 монет. И сейчас мы выиграли 800 000 монет, и это очень круто. Статы просто имбовые. Могу сказать, один из лучших нападающих на бусте, второй нападающий. Передадим ранг Робена на Месси, потратив ровно 3 500 000 монет. И потратим. И теперь у нашего Месси будет 10 ранг. И сразу постараюсь прокачать его до 101 рейтинга. Это будет почти бесплатно. Просто-напросто сливаем нашего Мемфиса Депая ЦФДшника. Вот, посмотрите, сейчас потратим ровно 1 монет и Месси 101, welcome статы имбовые, вот. Но если сейчас потратим 2 800 000 монет, могу прокачать его до 102 рейтинга, но это сделаем чуть-чуть попозже, потому что сейчас мне монеты нужны. Давайте сейчас потратим ровно 5500 очков способности, заберем сразу 24 сыгранности. Это очень, в принципе, круто. Как я обещал, я сейчас прокачаю сыгранность, потому что я отстаю до сих пор. И сейчас мы просто поставим вместо этого пацана Марадону и рейтинг. Рейтинг у нас становится 156-й овер. Вот такой у нас офигенный состав, офигенный ролик получился, думаю. Да, не так уж длинный, не так уж прям вау, но думаю, все-таки мы сегодня забрали двух легенд сборной Аргентины, двух легенд сборной Барселоны, легенду Наполи Марадону, Диего Армандо Марадона. Вообще, блин, очень топовый игрок. В течение этой недели мы с вами заберем еще Буффончика, поэтому в течение этой недели ждите новый ролик, как мы с вами забираем Буффончика с рейтингом 103 на бусте Рефлекс, у которого 13 ранг. Короче, если сейчас мы просто поставим сюда Буффончика, и все, мы готовы к следующему событию, потому что в следующем событии я очень жду нападающего на бусте второй нападающий кумира, хотя бы мидл кумира, как Марадона. А то, блин, очень мне не хватает такого игрока, как, ну, типа Далглиш или Оуэн с рейтингом 98 на бусте второй нападающий. Мы с вами, скорее всего, уже не заберем Лукаку, потому что даже если сейчас
сейчас продадим обратно Месси, то все равно любой ценой нам монет не хватит, поэтому Месси я 100% оставлю даже после следующего события. Если что, если у меня монет будет очень много, то может быть потом куплю обратно Лукаку. Но вообще-то Месси тоже очень крутой нападающий. Кстати, мы набрали уже 1500 подписчиков, и это означает то, что у нас будет скоро совместный ролик с топовым блогером. Он сейчас на отдыхе, это спойлер, типа могу сказать, и как только он вернется, или я напишу ему, он напишет или мне, и скоро ждите на моем канале, а также совместку с топовым блогером. Если ролик понравился, ребята, то ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, с вами был, как всегда, Аш, может быть, скоро увидимся. Всем удачи, пока!